Всем привет, с вами я, Супер, и мы будем играть во флешку под названием Murder. Это будет флеш игры. В чем суть этой игры? Надо убить короля. Убить короля за спину, пока он не видит. Если увидит, надо отпускать, я как понял, пробел. Все, давайте. Убиваем, давай. Все. Сейчас попытаемся убить его. Блин, меня убили. Ладно. Вон, видите один скелет? Сейчас. Там должен быть второй, по-моему, да? Все. Отпускаем пробел тогда, когда он принюхивается или глазами моргает. Все, убили. Успели. Все, мы теперь король. Оу, ес. Ой-ой-ой-ой, тут только с трусами остался. Ого! Я что, за второго играю? Круто. А, нельзя. Все, я понял. Смотрите. Ой-ой-ой, меня в тюрьму посадили. Окей. Вон, да-да-да, вон, два скелета. Ого, смотрите, я стал этим, как называется. Ой. А, меня убивают! Все, я понял. Упс! Ребята, что-то сглупил. Я, оказывается, был королем. Окей, давайте. Интер за рестарт. Ладно, все, я понял. То есть мы сейчас убиваем, и нас попытаются убить. Потом нас захотят убить, и мы должны защищаться от этих плохих людей. Ой, не успели убить. Нас посадили. Все. Ой, с самого начала. Ой, блин. Что-то. Сейчас, подождите. Сейчас. Ну, у меня просто экран из-за пробела отошел. Простите, сейчас попробуем его. Пускаем. Надо быть осторожным, четко осторожным. И смотреть тоже по сторонам. Ё-моё, все убили. Уф, все, теперь мы короли, все, теперь я знаю, надо защищаться от теперь других убийц. Они захотят нас убить. Вот, мы этого короля старого убили. Все, я понял. Смотрим за ними. Все, его в тюрьму. Все, да. Это не мы, не бойтесь, это я, вон, король, видите? Я заметил тебя. Ха-ха-ха. Захотел дворецкий убить меня. Вот этот шут. Ха, тебя в тюрьму полюбас. Все, уже смотрите, сколько трупов. Еще один какой-то другой дворецкий. Все, его тоже в тюрьму. Ха-ха-ха-ха. Всех в тюрьму. Я должен быть королем, как говорится. Вон, еще тоже какой-то пристражник хочет. Все, тебя в тюрьму. Всех в тюрьму, так сказать. Вон, смотрите, сколько уже трупов. Давай, попробуйте убить меня. В тюрьму тебя тоже. Все, мы будем жить. Я теперь понял. Всех этих... О, это уже повторяется, на самом деле. Все, я заметил, тебя в тюрьму. И вот я не пойму, почему возле короля просто стража не стоит. А, все, я понял. Когда он только захочет ударить. А чё его в тюрьму не посадили? Что-то я не пойму. Все, понял. Когда он уже размахается. Все, мертв. Слушай, смотрите, сколько трупов. Все. Столько уже трупов. Мы их всех поуничтожали. Все, которые хотели меня убить. А смотрите, я уже постарел. Я уже какой-то старик. Давай, убивай. Ай, я сам умер от старости. Прикол. Это уже что-то повторяется. Да. Ну все, я понял. На этом закончу эту флеш-игру. Вы поняли, что я хотя бы дожил до своего королевства. Ну и как бы все. А с вами был я, Супер. Всем удачи, всем пока. И будет флеш-игра внизу в описании к ролику. Так что можете сами поиграть. Может быть, тут разные концовки? Не знаю. Ну все, всем удачи, всем. Бай-бай.